Значит, сначала ответ на вопрос, нет, сначала повторение с самого начала. Значит, у меня есть долг за прошлый раз, этот долг называется alignment, размещение данных в памяти. В прошлый раз мы на этот счет не говорили подробно. Вот, в этот раз я хочу про это рассказать. Вот, мы знаем, что у нас есть директивы word, half, word и byte, вот они. Вот. И все хорошо, если мы группируем данные по четверкам, потому что, даже не так, когда мы размещаем в памяти машинное слово, его адрес должен быть кратным 4, когда мы размещаем в памяти половину машинного слова, его адрес должен быть кратным 2, а когда мы размещаем в памяти байт, он может быть каким угодно. Напоминаю, что директивы word, half и byte — это директивы, а не инструкции, в том смысле, что после того, как ассемблер отработает, они превратятся, вот эти директивы превратятся просто в последовательность данных, записанных в секции дата где-то в том месте, в котором определяет ваша линейная модель памяти. По-моему, в Марсе по умолчанию 1140 адрес. Вот. Теперь относительно endianness. Есть big endian и little endian варианты. И на самом деле их больше. Вот. Какой из них какой, я опять забыл. Если кто помнит, читал Свифта, это из Гулливера, это тупоконечники и остроконечники, которые боролись за то, с какой стороны яйцо разбивается, тупого или с острого. Так вот, люди, которые проектировали компьютерные системы, тоже боролись за два разных варианта представления данных, байтов внутри машинного слова. Вот. И вот про это был ваш вопрос. Смотрите, вот мы разместили 4 байта в памяти. Это самый младший, да, самый первый, в смысле нулевой, это первый, это второй, это третий. Внутри машинного слова, большого, с какой стороны должен лежать нулевой байт? Да, то есть он внезапно оказывается там же, где нулевой бит, да? А это значит, что когда мы посмотрим на представление вот этой штуки в памяти, да, мы внезапно увидим 12, 13, 14, 15, да? Машинное слово, будучи прочтенным по байтам, записывается в результате задом наперед, именно потому, что младший байт у него справа. Вот. Это несколько сносит крышу при попытке все это интерпретировать, но к этому довольно быстро привыкаешь. Вот. Зато получается удобная штука. Вы положили по адресу, допустим, 1000 байт равный 5, а потом прочитали оттуда машинное слово, а оно внезапно тоже равно 5, потому что именно в младшем байте этого машинного слова лежит эта самая пятерка. Если бы порядок байтов был прямой, то есть сначала лежало бы, ну, вот здесь бы было написано 12, здесь 13, вот здесь 12, здесь 13, здесь 14, здесь 15, то положивший в память байт, скажем, 12, мы бы получили 12 и там 6 нулей при попытке прочесть оттуда слово. Вот. Поэтому это, наверное, более естественный формат. Вот. Я же тут говорил уже и повторяю еще раз о том, что поскольку адреса наших данных должны быть кратны их длине, если это машинное слово, то 4, если полуслово, то 2, а если байт, то единички, то если мы размещаем их в памяти вот так беспорядочно, например, слово, полуслово, слово, байт, полуслово, байт, то между ними вставляются нолики в тех местах, относительно которых мы обязаны выровнять эти самые данные на границу слова или полуслова. Вот. Вставляются они слева по той же самой причине, что мы сначала записываем младший байт, потом более старший. Я ответил на ваш вопрос? Да. Вот и хорошо. Значит, это, если мне не изменяет память, да, это мой долг за прошлую лекцию. Теперь, значит, возвращаемся к этой лекции. Где она тут? Вот она. А, да, значит, что я забыл вообще запланировать на прошлую лекцию, надо сказать, что если вы хотите вручную выровнять память, то вы можете использовать инструкцию align, где-то она тут описана, align. Вот она, инструкция align, которая, не инструкцию, директиву align, которая говорит, веди себя так, как если бы мы туда вставили, и дальше, значит, идет номер. Align 1 вставили байт, align 2 вставили... Соврал.
Align 0 вставили байт, то есть выравнивания никакого. Align 1 вставили полуслово, то есть выравнивание по модулю 2 в степени 1. И Align 2 вставили слово, то есть выравнивание по модулю 2 в степени 2. Вот. Но при этом ничего не вставили на самом деле. Просто Align 3 это двойное слово, кстати сказать. То есть 64 байта. У нас в двойном слове будет храниться плавающее число двойной точности, когда мы будем про них разговаривать. Вот. То есть директива Align нужна для того, чтобы вот этот счетчик памяти, куда мы вставляем очередной директивы, очередной байтик, выровнять, независимо от того, какого типа были данные предыдущие. Такие дела. Вот. Но это не самое интересное, а самое интересное, конечно, разговор сегодняшний. Сегодня мы разговариваем про команды перехода, про то, как организовывать цикл, вот про это все. Прежде чем поговорить про команды перехода, давайте просто вспомним, что у нас есть, грубо говоря, 3,5 типа адресации, ну 4. Прямая адресация – это когда мы указываем прямо регистр в номер регистра в команде и содержимое этого регистра считаем данными. Такая адресация для вычисления очень удобна, для перехода она бессмысленна, потому что 6 бит на адрес – это, в общем, считай, ничего. Вот. Непосредственная адресация команды типа «и», когда целых 16 битов у нас отводится на оперант, который прям сам вот, сами данные содержатся в инструкции, непосредственно записанные туда. Вот непосредственная адресация нам, наверное, пригодится. Все-таки 2 в 16 – это довольно большое число. Вот. А с учетом того, что я скажу чуть ниже, это получится даже 2 в 18. Вот. То есть небольшие переходы на несколько тысяч строк инструкции вверх или вниз можно вполне засунуть в инструкцию типа «и», то есть в нашей команде условного или безусловного перехода вписать небольшое смещение от текущего адреса назад или вперед. Вот. Есть еще команды типа «g». Помните, они состоят из апкода и одного большого числа. Вот это вот так устроена инструкция перехода, ну, достаточно далеко. Мы сегодня доберемся до такого места, когда мы посчитаем, какой же объем адресного пространства можно покрыть с помощью инструкции типа G. Наконец, самое интересное – это непрямая адресация, косвенная, когда у нас в регистре, помните, мы так делали, у нас в регистре лежал адрес ячейки, а к нему еще прибавлялось смещение, которое в операнде типа «и» было указано. Ну, я не знаю, насколько интересно делать косвенную адресацию при переходах, наверное, при организации какой-то таблицы переходов, то есть не очень понятно. Мы не встретимся на практике с организацией косвенной адресации для переходов. Тем не менее, она есть, и такие инструкции тоже есть. Вот. Еще одно замечание. Значит, в основном мы будем использовать команды типа «и». Вот. Мы увидим их. Еще одно замечание состоит в следующем. Смотрите, мы до сегодняшнего дня вообще не вводили понятие «метка» или «имя». Помните нашу единственную задачку, которую мы решали? Мы туда указывали прямо при доступе к памяти, мы писали прямо адрес памяти. Давайте возьмем по адресу 1001.4.0 что-то, да, оттуда прочитаем, туда запишем, то есть указывали адрес. Когда мы работаем с памятью, указание адреса – это, конечно, хорошая идея. Но когда мы работаем с областью кода, ну вот смотри, ну не знаю, нет, лучше давайте я скажу словами, а когда мы будем рассматривать пример, я покажу, в чем смысл. Когда мы работаем с областью кода, указание непосредственно адреса, куда мы собираемся переходить, упирается в несколько проблем. Проблема первая. Для начала надо вычислить. Предположим, у нас есть 4 команды, и мы хотим эти 4 команды обойти. Мы знаем, что одна команда занимает 4 байта, одна инструкция это 4 байта, и мы помножили 32 на 4, господи, 4 на 4, получили 16, прибавили 16 и думаем, что у нас все получилось. Потом смотрим в скомпилированный код, и выясняется, что одна из этих инструкций оказалась псевдоинструкцией, которая раскрывается в 2.
И это значит, что у нас не 4 машинных слова занимает наш код, а 6. То есть попытка вычислить числом, в какое место мы собираемся переходить, она сопряжена прямо вот с таким пальцевым подсчетом. Это инструкция, это псевдоинструкция, это псевдоинструкция на 3 инструкции, такие тоже бывают. Вот. В общем, если бы у нас было чуть больше времени, мы бы, конечно, немножко с этим помучились самостоятельно, но нет, времени у нас этого нету, и как бы мучиться мы не будем. Вместо, да, значит, вторая проблема состоит в том, что как только вы вставляете что-то между командой перехода и тем местом, куда вы собираетесь перейти, какие-то еще инструкции, вам надо вот этот адрес, куда вы собираетесь перейти, тоже поменять. Вот. Ну и третье, конечно, если вы пишете довольно большую программу, запоминать все чиселки, куда надо переходить в виде чиселок, это очень-очень-очень неправильная идея, вы это просто не сможете сделать. Вот, поэтому нормальный код на ассемблее выглядит примерно вот так. Вместо чиселок используются имена, так называемые метки. Ассемблер при компиляции, трансляции этого текста в машинные коды сам вычислит, на каком месте относительно старта находилась эта самая метка loop и чего нужно вписать в команду, скажем, условного или безусловного перехода в качестве адреса. Такие же штуки мы можем, вот здесь написано to do example, значит, это надо сделать. Такие же штуки мы можем и с областью данных проводить. Смотрите, вот давайте мы прямо напишем простейший какой-нибудь смотрите, тут напишем а, двоеточие, точка word. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, не знаю, там, cshr, двоеточие, точка byte. Это метки. Да, это метки, которые компилятор будет превращать в реальные адреса, куда эти данные попали. Мы сейчас все это увидим, поэтому там и написано, что должен быть пример. Громче, не слышно отсюда. Не, правда, смотрите, спрашивайте, это же как бы мы встречаемся именно для того, чтобы делиться знаниями, а не для того, чтобы, ну, изображать из себя говорящую голову. Так, что мы хотели? Я хотел это вывести. Доллар в 0, сколько там? Вывод целого числа 1, да? Lead доллар а 0. А, нет, Lord word. Доллар а 0. А. Вот это а. Это метка. И в это место, в эту инструкцию сейчас ассемблер при трансляции подставит тот адрес, на который указывала метка А. Syscall. Ли доллар в 0, по-моему, 11 это вывод этого самого символа. LB, load byte. Доллар А 0, CHR. Syscall. Вот. Обратите внимание, кстати, вот на такую трансляцию, она аналогична нотации в языке C. Некоторые символы можно не по номеру, а прямо в апострофах указывать их, ну так удобнее просто. Мы знаем, что на самом деле это сколько там? 10, что ли? По-моему, 10. Можно и так было написать. Но так как-то понятнее. Вот. Обратите также внимание на то, что на самом деле никаких типов данных в ассемблере нету. Это только размер. Да? Когда мы говорим, когда мы рисуем там число, word, byte и half – это только размер ячейки. То, что она, вот, то, что здесь записан символ, который на самом деле представляет собой перевод строки, мы узнаем только после того, как передаем вот это число 10 системному вызову 11, который выводит символ. Если бы мы его передали системному вызову 1, который выводит число, он бы вывел 10. С точки зрения ассемблера нету разницы, какого типа данные у нас лежат в ячейках. Главное только их размер.
вот смотрите. Вот у нас, обратите внимание, Load Word раскрылся в псевдоинструкцию загрузить верхнюю половину адреса, как обычно, и загрузить оттуда из памяти слово. И внезапно давайте попробуем понять, чему равно А. Адрес А. 1001 – это верхняя половина, и все нули – это нижняя половина. То есть 1001-4 нуля, то есть начало секции дата, что, собственно, и предполагалось. Секция дата у нас лежит как раз по адресу 1001-4-0. А адрес CHR чему равен? Сначала борт идет. Да-да-да, так чему он равен? Вы почти попали. Off by one, типичная ошибка программиста. 0 плюс 4 будет 4, а не 5. Да, вот, все правильно. Типичная ошибка программиста, off by one, плюс-минус, там, ну, такое. Можно уточнить, а как еще раз вот это вот считать? Это количество цифр, которые, ну, как бы записаны? Это вот это. Что такое word? Word – машинное слово. Сколько оно занимает байтов? Байтов. Ну вот, так и считать. Значит, оно заняло 4 байта? Значит, оно заняло 4 байта, и следующая метка будет указывать на кусок памяти, который будет на 4 байта позже. Вот. Вот. Значит, да, смотрите. Ну вот оно, кстати, вот же наш перевод строки, вот он лежит. Видите? По адресу как раз 1001-4, как и было сказано. И вот здесь это будет написано где-то. Вот, смотрите, 1001 – это старшая половина адреса, и 4 – это смещение, то бишь 1001-4. Все так. Вот такие дела. Метки очень удобная штука. Жалко, что мы с вами не пострадали без них. Вот, тогда бы вы поняли, насколько это удобная штука. Ну, с другой стороны, не страдали и хорошо, правда ведь? Вот. Точно так же в коде программы, как я уже показывал, могут быть тоже метки. Да? Вот это вот, скажем, переход по адресу loop, то есть вот сюда. А вот это, скажем, условный переход по адресу final, то бишь вот сюда. Прежде чем мы к этому вернемся, немножко я решил переставить в начало лекции разговор про умножение обещанной. Тут какая-то фигня, ну ладно. Сейчас давайте мы ее поправим, фигню. А, понятно, какая фигня, вот так надо было сделать. Вот, значит, решил представить на начало лекции обещанный разговор про умножение, потому что оно не совсем простое. Может, под конец лекции уже у всех поплывут эти, ну, что обычно плывет, да, и мы уже ничего не поймем. Короче говоря, помните, мы когда говорили про сложение, мы описывали ситуацию, что если мы складываем, например, два очень больших числа положительных, и у нас в результате получается отрицательное, то это какая-то фигня, называемое переполнением. Вот. Или два отрицательных складываем, получаем положительное. Но в случае сложения у нас переполнение может быть ровно один бит. Помните, да, если мы в столбик складываем два двоичных числа, максимум, что мы можем получить лишнего, что не влезет в нашу ячейку, да, это один бит. В случае умножения ситуация совсем не такая. Если мы умножаем два довольно больших числа, результат может быть, ну, фактически, если мы умножаем слово на слово, результат может быть размером в два машинных слова. Понятно почему? Или нет? Ну, если мы умножаем 1000 на 1000, мы внезапно получаем миллион, да? Вот. Соответственно, операция умножения либо постоянно будет, ну, не постоянно, конечно, но частенько будет проходить с переполнением, либо надо задумать такое специальное умножение, которое умножает два машинных слова, а получает двойное слово в результате. Вот. И в MIPSе так сделано. В MIPSе есть два дополнительных регистра, которые называются high и low. Вот. Вместе почему-то получается слово, но неважно. Вот. Значит, и результат умножения инструкции mult помещает в low
нижнее слово, то есть результат умножения, а в high все, что туда не поместилось, в старшее слово. Вот. Ну, давайте вот, вот этот кодик просто закрепипастим и посмотрим, что это, как это что. Так, надо сохранить. Во! Только, да, что здесь написано? Написано, что в Т0 мы загрузили 6. Давайте мы сделаем вот так вот. Да. В Т2 мы загрузили, в Т1 мы загрузили 7, в Т2 мы загрузили 5, сейчас загрузим. Загрузили. Теперь мы домножили Т0 на Т1. Мы домножили Т0 до Т1, и у нас вон внизу, видите, регистр high и регистр low. Регистр low заполнился 42, потому что это 6 и 7. А регистр high заполнился нулем, потому что когда мы домножали 6 на 7, у нас не понадобилось туда ничего писать. Вот. Обратите внимание, что результат не попал никуда, кроме регистра low, потому что, понятно, мы не можем взять и заполнить сразу два регистра. Это долго. Вот. Из регистра общего назначения. А специальные, видимо, можем. Поэтому для того, чтобы взять результат умножения, мы должны использовать специальную инструкцию, которая называется mflo. Move from low. То есть положить из регистра low в регистр T3 результат умножения. Ну или вернее, что там лежит. Умножение там лежит или чего. Вот. Соответственно, если бы там были довольно большие числа, то туда бы приехало и в старший регистр что-нибудь, я надеюсь. Тут есть некоторые... Да, можно. Обратите внимание, кстати, что эти числа оказались больше, чем половина машинного слова, и поэтому инструкция LE оказалась псевдоинструкцией, раскрылась, как обычно, в загрузку старшей половины и добавление туда младшей половины с помощью побитого OR. Вот. Вот сейчас мы их умножим. Вот, обратите внимание, мы умножили 60666 на 77777 и получили логу полностью забитый, и еще в хай приехала единичка. Если бы там было еще больше число, туда бы приехало больше. Вон. Это я уже поделил, извините. Вот помножили, пожалуйста, видите? Причем, обратите внимание, что в low внезапно лежит отрицательное число. Почему так? Это не переполнение в том смысле, что мы готовы к тому, что при умножении образуется большое число. Да? Просто в его 16-ричном представлении, ну, у него просто 31 бит равен единице. Вот и все. Наше получившееся большое число начинается вот отсюда. Типа оно не отрицательное? Ну, конечно, не отрицательное. А нельзя отрицательное число? Можно. Давайте попробуем. Я думаю, что у нас в регистре high обнаружится при этом FFFFF, а дальше чего-нибудь. Смотрите. Ой, я отрицательное на отрицательное помножил. Молодец. О, видите? То есть, если выстроить эти два регистра вместе, получится 64-разрядное число. Оно вполне себе отрицательное, вот, и чуть больше, чем 32-разрядное, вот на эту самую 87, которая в конце. Вот такие дела. То же самое верно и для деления, но в случае деления мы не заморачиваемся двойной точностью, а мы заморачиваемся, поскольку деление целочисленное, мы заморачиваемся частным и остатком. Вот. Ну, давайте вернем обратно, как было. А тут было 7. Ну, пускай будет 7. Вот.
Вот смотрите, у нас сейчас в регистре Т3 лежит 42, в регистре Т2 у нас лежит 5, и мы сейчас поделим 42 на 5. После деления 42 на 5 получается частное 8 и остаток 2. Частное попало у нас в регистр low, а остаток попал в регистр high. Почему так сложно? Почему бы не сделать, ну, просто умножатель какой-нибудь или просто делить? Дело в том, что операция умножения и операция деления с точки зрения аппаратной реализации весьма и весьма сложные. Вот у вас наверняка по дискретной математике был сумматор. Мы уже об этом раз 6 говорили, по-моему. А умножатор был? Нет. Нет. А знаете почему? Потому что это сумма. А сумма чего? Вау. То есть если мы 4 миллиарда умножаем на 4 миллиарда, это будет 4 миллиарда сложений. Плоховая эта идея, то есть идея разумная, да, но, наверное, так не стоит реализовывать умножение. Распараллелить. Сложение распараллелить. Распараллелить? Ну, к примеру, да. 5 человек состоит. Не, ну, если людей, то да, это хорошая идея. Но нет, мы же компьютер строим. А вот это уже более интересная идея. Да-да-да-да, это называется алгоритм бинарного возведения в степень, то, что вы описываете. Но есть способ лучше. Скажите мне, пожалуйста, из наших разговоров про бинарные операции, точно ли никакого сложения, никакого умножения у нас нету? Еще. Что? Правильно. То есть какое-то умножение у нас все-таки есть. Это фамилия такая, не смейтесь. Нет, мы знаем, просто мы в шоке от того, что они это помнят. Я вот тоже не помню. Значит, на самом деле идея очень простая, и она стоит в следующем. Сейчас я попробую показать. Не хочу к доске выходить, извините. Что-нибудь запущу такое. Вот. Вот у нас есть число, допустим, 1, 0, 1, 1, 0, 1. 1, 0. Вот такое. Я надеюсь, это 8 битов. И число 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. И мы хотим их перемножить. Что мы делаем? Мы просто берем вот это первое число. Ну или второе, какая разница? Хорошо, вот это. И домножаем на 2 в нулевой степени. То бишь на 1. Дальше. Домножаем на 0, на 2 в первой степени. Не нужно писать. Дальше. Домножаем на 2 во второй степени. Сколько это будет? Это вот это. И еще у него в конце 2 нуля. Не, непонятно. Понятно. Понятно. Всем понятно, о чем я говорю? Смотрите, что такое вот это второе число? Это 2 в нулевой степени плюс 2 во второй степени, плюс 2 в третьей степени, плюс 2 в пятой степени. Что такое умножение на 2 в какой-то степени? Это просто сдвиг в нужную сторону. Соответственно, это будет число на 2 в нулевой степени, это 2 в нулевой, да? 2 в нулевой. И это будет число, умноженное на 2 в квадрате, потому что сдвинутое на 2. Дальше будет на 2 в кубе, естественно. Да? Дальше у нас дырка. И дальше на 2 в пятой. Вот это все сложим. И получим результат. Таким образом, операция умножения все-таки сведется не к миллиарду на миллиард, не к миллиарду сложений, да? А всего лишь максимум сколько там? 31. Сложение и сдвиг. С точки зрения программиста достаточно эффективная операция. С точки зрения архитектора вычислительных систем очень неэффективная операция. Вместо того, чтобы выполняться за один такт, она будет выполняться аж за 64, видимо, так-то, а то и больше, потому что там еще складывать надо. То можно сказать, что это линейно. Да,
зато можно, правильно, зато можно сказать, что это линейно, независимо от значения операндов. Именно так. Поэтому умножением в MIPS занимается отдельная микросхема, поэтому результаты этого умножения приезжают в отдельные регистры, поэтому мы вынуждены их использовать вот таким вот образом. Ну, не микросхема, а кусок, цепь одна, отдельная. Так, значит, мы, собственно, переходим к основной теме на сегодня, а именно к условным переходам и во всяких видах. Вот. Сколько их там есть, мы посмотрим в документации, на лекции рассказывать не буду. На лекции скажу вот что. Поскольку основным принципом системы команд MIPS является экономия времени, то есть желательно, чтобы каждая инструкция выполнялась за один такт работы машины. Чуть более подробно про такты мы будем говорить позже, но с этой точки зрения есть важное отличие между операциями сравнения с нулем чисел и друг с другом. Как сравнить число с нулем? Взять и посмотреть, что все битики равны нулю, это можно сделать, ну, грубо говоря, одним проводом. Взять их все. Вот. Если напряжения нету, то значит ноль. Как проверить, что число меньше нуля? Единственный бит проверить, да, знаковый. Точно так же можно проверить, что число не больше нуля. Давайте посмотрим в результате. Да, значит, то есть, получается что? Давайте посмотрим, какие есть. На самом деле есть еще одна хитрость, связанная с тем, что мы можем проверить, что два числа равны друг другу, просто проверив их в битике один к одному. Вот все эти операции быстрые. Какая операция медленная? Операция сложения или вычитания? Потому что при сложении и вычитании возникает так называемая стена памяти. Мы должны каждый раз переносить перенос. Прежде чем мы сложим следующие два бита, мы должны перенести два предыдущих, вычислить перенос двух предыдущих битов. Поэтому может быть, и то, что я объяснил, выглядит сложно, а запомнить просто. Сравнение с нулем есть в основных инструкциях MIPS. Сравнение друг с другом на равно есть в основных инструкциях MIPS. Сравнение на больше-меньше нету, и на самом деле они, сравнение на больше-меньше, являются псевдоинструкциями, которые сначала вычитают два числа, забивают регистр АТ, помним, что регистр АТ временный предназначен ровно для этого, для того, чтобы псевдоинструкции туда что-нибудь засовывали, а мы нет. Вот. И уже потом сравнение этого АТ с нулем. Ну, давайте попробуем. Значит, да. И вторая фишка, которую стоит заметить, здесь, кстати, не написано. Она состоит в том, что у нас в силу трехадресности наших системы команд операция сравнения и операция перехода атомарная. То есть она так и выглядит. Сравнить и перейти. Перейти, если больше, перейти, если меньше нуля, перейти, если равно. Вот. Ну вот они, это инструкции, да, их не так много. Они начинаются на букву «Б». Перейти, если два числа равны. Перейти, если больше или равно нулю. Это мы сегодня не смотрим. Перейти, если больше, чем ноль. Перейти, если меньше, чем ноль. Ну вот, вот они. Перейти, если не равны. Если два числа должны быть, их нужно сравнить друг с другом, еще раз повторяю, они сначала вычитаются, потом да. Ну, мы сейчас все это увидим в примере, просто я не хочу несколько раз показывать одно и то же. Еще одно замечание относительно команд перехода состоит в следующем. Поскольку размер инструкции у нас всегда 4 байта, никакие команды перехода не могут производиться на адреса, не кратные 4. У нас не бывает такого места в памяти,
на которую можно перейти и начать там работать. Любая инструкция, на которую мы собираемся перейти, осуществить условный или безусловный переход, имеет адрес кратный 4. Это означает, что нам вообще эти биты, вот эти два бита, не надо нигде хранить. Мы говорим, перейти вон туда, указываем адрес без двух последних битов, и нам хватает. То есть, когда у нас есть инструкции типа И, в которых, вы помните, сейчас я ее покажу, если никто, если не помним, в инструкции типа И у нас есть не здесь, значит, вот здесь. О, в инструкции типа И у нас есть 16 битов на непосредственное указание поля адреса. Ну или значение числа маленького, небольшого целого. Вот сюда можно положить адрес. Этот адрес будет умножен еще на 4, то есть фактически у нас 18-битный адрес получается. И интерпретирован как смещение относительно следующей инструкции. Назад или вперед. Вот. Командочки такого рода выглядят как аббревиатура с буквой «Б». Сейчас я ее найду, где-то она у меня тут была. Была, а вот она. Вот. Как это выглядит? «Б» от слова «бранч». «Л-Е-З» – «less equal zero» – «меньше либо равно нулю». Дальше мы говорим, какой регистр мы тестируем на эту тему. И дальше мы говорим, по какому адресу переходить. Собственно, давайте посмотрим, что делает вот эта программа. Она кладет 10 в регистр Т0. После чего проверяет, не равен ли этот регистр нулю, и если равен, переходит в конец куда-то. Если не равен, кладет регистр Т0 в А0, кладет единичку в В0, вызывает сискол. Это что такое? Вывод целого. Вот. Дальше она кладет в 0 11, в А0 10. Это вывод перевод строки. Дальше, смотрите, мы добавляем минус единичку в наш Т0. Он был 10, становится 9. И переходим с помощью инструкции jump на начало нашего цикла. Когда этот цикл заканчивается? Да, когда вот это условие выполняется, потому что в этом случае происходит переход аж вот сюда. Поскольку мы из Т0 постоянно вычитаем единичку, оно было целым положительным, мы отлично в этом месте доберемся до нуля когда-нибудь. Давайте мы это все посмотрим, как оно выглядит. Вот. Сохранить, это у нас цикл. Ну, в общем, ничего военного не произошло. Давайте посмотрим. Да? Ну, как обычно, инструкция LI нас разложилась в сложение с нулем. Вот здесь написано буквально следующее. Смотрите, в случае, если регистр 8, он же Т0, меньше либо равен нулю, перейти, и здесь адрес, смотрите, 8. Что это за адрес 8 такой? Почему 8? Почему 8, если у нас выполнение кода начинается с адреса 44 нуля? Как обычно, глупый вопрос, умных не задаю. Почему здесь 8? Что это за число 8 такое? Что оно означает? Вот. Мы здесь написали final. Эта метка final, она где-то вот тут. Впереди она. Вот она. Метка final. Да? Здесь буквально написано, в случае, если регистр 8 равен нулю, меньше либо равен нулю, перейти на эту самую метку final. Но в качестве адреса здесь написано 8. И вот тут в ячейке видно, что это 8. Видите, у нее вся младшая половина равна просто 8. Откуда это 8 взялось? Что это за число такое? С учетом того, что адрес этого самого файнала равен 40 020.
Да. Значит, как это? Вы мыслите в правильном направлении, но есть еще две вещи, которые следует вспомнить. Идея правильная – это смещение относительно текущего места. Да, это относительная адресация. Мы помним, что если у нас инструкция типа «и», то там адрес, в общем, небольшой. Подумаешь, в этих самых 18 битов – это всего лишь сколько? 128 тысяч инструкций в одну сторону, 128 тысяч в другую. Вот. Значит, первое. Битов-то 16, а мы говорим, что их 18, потому что адрес домножается на 4. Так что здесь не 8, а 8 умножить на 4 – 32. Это первое. Потому что любой адрес ячейки с инструкцией всегда кратен 4. Зачем нам на эти два нуля вообще хранить? Если у нас мы выполняем переход, этот переход будет на адрес инструкции в памяти. Адрес инструкции в памяти всегда кратен 4. Мы просто не храним эти два нуля в двоичном представлении этого адреса. Зачем их хранить? Они всегда там есть. Мы их просто выбрасываем. Вот и все. Да-да-да. Значит, а вторая фишка состоит в том, что сколько там, 32 я насчитал, 48? Ну, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Смотрите, я прибавил 8 к тому адресу, где было, но на одну ячейку не добрал. Ну, в смысле, 32 прибрал. Вторая фишка состоит, что вот этот вот адрес прибавляется не к текущей ячейке, а к следующей. Это просто, ну, считайте, легаси такой. Так придумали. На самом деле, мы, когда будем разбирать конвейер, мы тогда, если вспомним, увидим, почему так. Дело в том, что вот этот 4 прибавляется к адресу сразу. Мы выполнили инструкцию, к адресу этой инструкции тут же прибавляется 4. Так, на всякий случай. А вдруг нам понадобится следующую инструкцию из памяти брать? И вот к этому уже полученному адресу следующей инструкции прибавляется наше смещение, когда мы не смещение, а вот этот переход, когда мы используем операцию jump. Ну так вот, вот мы перешли куда-то там, ну то есть мы не перешли пока еще. Мы выполняем этот цикл, дошли до инструкции J. Инструкция J, она типа J, и у нее, как видите, адрес аж вон такой вот. Здесь, кстати, непоследовательно очень разработчики этого самого Марса подошли к... Смотрите вот сюда. Код инструкции какой? Код операции 08, адрес 1501. Что это за 1501? Нет. Нет, то. Ну смотрите, вот наши адреса, да? А что тут помнить? Вот они. А, нет, вы неправильно вспомнили, теперь я понял. Нет. Нет. Вопрос ко всем. Что это за. Сколько это получается? 10001 в записи. Это очередной глупый вопрос. Ответ на этот вопрос находится вот буквально. Рядом с ним. Ну, смотрите, там вот 25 и 24, они как бы тоже на 10. Нет, они не на 10 еще отличаются. Ну ладно. Значит, код операции 8. Да, мы помним, что первый там 6 битов это код операции. Вот. То есть он не 8, на самом деле, а 1, но неважно. Вот. Вопрос в том, что такое вот это 10001. Да. Там можно на 4. Да. Она там не лежит. Это для нас Марс ее так декодировал, чтобы нам было легче смотреть. Лежит-то там как раз 10001. Почему? Потому что нам не нужно хранить два бита, которые все равно всегда равны нулю. Но вот эти два бита, это вот 4. Ну да, это домноженное на 4, все так. Ну, вот. Правильный ответ? Да, так и есть. Операция J от слова jump. Значит, операция от слова jump, она в качестве параметра имеет непосредственный адрес, но тоже поделенный на 4, ну или сдвинутый вправо на 2. Да?
Именно потому, что он всегда будет красен 4, зачем эти 2 бит лишних хранить. Так что в операции типа J у нас, если мы помним, сколько там получается, 30 битов, да, а так-то получается целых, нет, не 30, что я несу, 32 минус 20, 26, да, 26. А так получается аж 28. То есть фактически мы можем создать очень большую программу, в которой 2 в 28 степени инструкций с написанием, с использованием инструкций типа G. Тем более, что практика показывает, что так далеко не прыгают. Если вы написали цикл, он, скорее всего, небольшой. Вот. Ну, обозримый. Помещается в одну отдельно взятую голову. Такие дела. Давайте поменяем здесь J на B. В принципе, никто не пользуется инструкцией типа G, всегда используют инструкции типа B. B без ничего – это значит безусловный переход. Бранч просто так. Почти наверняка это будет псевдоинструкция сравнения нулевого регистра с нулевым регистром. Ну, потому что зачем придумывать? Давайте посмотрим. Точно. Видите, что написано? Если нулевой регистр больше нуля или равен нулю, то перейти. Но поскольку он всегда равен нулю, то перейдем. А вот смотрите, какой здесь адрес. Минус 9. Ну вот и назад, причем, ну понятно, на одну инструкцию дальше, да? Раз, два, вернее нет, почему на одну инструкцию дальше? Помните, он измеряется от следующей, так что... Да, так что вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О, точно. Вот. Ну, на самом деле там не... Ух ты, у нас уже скоро конец пары. Это волк. 10 минут осталось, да? 20 минут осталось. Надо переставить, это неправильно. А, я знаю, он за полчаса меня предупреждает о следующей паре. Ну, хорошо. Значит, 20 минут осталось. Хорошо, тогда у нас еще есть время. Ну вот, значит, я надеюсь, что некоторое понимание того, как кодируется команда перехода у нас возникла. И тут у меня есть один мой такой конек важный. Который я... Такая история, которую я всегда рассказываю на всех занятиях по программированию, потому что, смотрите, вас когда программировать учили, вам как объясняли циклы, те, которые условные, а не те, которые со счетчиком? Сколько частей в цикле? Типа while. Ну, типа две. Условия и... Неправильный ответ. Их там 4. Значит, смотрите, почему надо всегда помнить, что в канонической схеме цикла 4 стадии? Потому что пропуск любой из этих стадий приводит к нерабочему циклу. Эти 4 стадии – это инициализация, проверка условия, собственно, тело, полезная нагрузка и изменение того, что участвует в условии. Там, ну, это ж как хотите. Кстати, назовите мне язык программирования, в котором оператор цикла содержит все 4 стадии. Парковка на слух. Ну ладно, вы его изучали, этот язык. Да. Как называется этот оператор цикла? Да. Помните формат оператора for? Что там есть? Инициализация, проверка условия, изменение и тело. Причем во все поля вы можете писать, что хотите. И плюс-плюс в конце писать не обязательно. Я надеюсь, вам про это рассказывали. Вот. А вот в питоне нет. В питоне плохой необходимости нету. Вот. Хотя нет, есть. В любом случае, когда вы используете цикл while, вы должны вручную реализовать инициализацию и изменения. Если вы пишете программу на MIPS, на языке ассемблера MIPS, ну, скорее всего, и на любом другом ассемблере, к этому
к этому списку из 4 пунктов прибавляются еще 2 подпункта. Поскольку у нас условный оператор и оператор цикла, и вообще все операторы, связанные с с исполнением команд в зависимости от свойств данных, организованы с помощью переходов, то вот эта каноническая схема цикла, инициализация, проверка условия тела и изменения, обрастает 2 джампами. Первый джамп, он условный, мы проверили условия и тут же перешли. Вот он. Где он тут? Вот он. А джамп, который в конце, безусловный, мы переходим на начало цикла. Ни у кого не вызывает это ощущение, ну, как бы некоторое ощущение ненужности. Может быть, можно одним джампом обойтись? Ну, смотрите, поставить условный джамп в конец и перейти просто на начало в случае, если условие все еще не выполнено. Можно так сделать? Точно. Мы вместо цикла с предусловием классического while получим цикл с постусловием, то, что называется в Паскале repeat until. Цикл с постусловием довольно неприятная штука. Он выполнит первый оборот цикла вне зависимости от того, что там было в условиях, даже если оно было неверно. И вообще цикл с постусловием такой, в общем, источник некоторых ошибок, особенно если вы пишете на ассемблере. Поэтому... Do while, да. Но просто понимаете как? А в питоне, кстати, нету. Гвидо там даже написал, почему вас. Короче говоря, вы можете организовать и цикл с предусловием, и цикл с подусловием. Цикл с постусловием будет на один джамп меньше содержать, да? Но, как правило, если вы, так сказать, мыслите алгоритмически, цикл с постусловием у нас внезапно будет получаться в разы реже, чем цикл с предусловием. А у цикла с предусловием в любом случае будет 2 джампа. Если, допустим, вы проверку засунете в конец, то вам придется на эту проверку перепрыгнуть откуда-то отсюда, с самого начала, чтобы войти в цикл сразу на проверку. Но это будет выглядеть еще более извращенно, поэтому так оно как-то более понятно. Тем более, что вот такая форма соответствует канонической схеме цикла, вот прям вот один в один. Вот. Значит, что касается вложенных циклов. Ничего магического во вложенных циклах ровным счетом нету. Правда, вот тут у меня написано написать пример таблицы умножения, multiplication. Это слово multiplication, вы не думайте. Вот. Давайте так, отложим это на конец лекции. Напомните мне, если успеем, сделаем. Не знаю. Я просто, смотрите, надо вот закончить вот эту тему и поговорить про домашние задания. После этого можно будет, если останется место, останется время, написать вот этот пример. Если нет, мы сегодня напишем его на семинаре, и как бы на следующем семинаре другая группа тоже напишет. Просто вот тема с массивной более важная. Тема с сложными циклами, послушайте, там ничего военного нет совсем, да? У вас просто цикл внутри цикла, внутренний прыгает вот так, внешний прыгает вот так. Не забудьте только инициализировать. Это вот то самое место, где у вас отсутствие инициализации цикла превратит его в тыкву. Вот. Ну, хорошо. Значит... Смотрите, инициализация – это расписывание начальными значениями тех самых, ну, в данном случае, регистров, которые вы потом будете проверять. Да. А вон, по сути, да, видите, тут даже написано, что это инициализация. Нет, все, спасибо, отлично, отлично. То есть вот вам отсюда плохо видно, да? Может быть, я могу сделать погромче? Вот когда вот здесь плохо, да? Ну, это тоже еще ничего. А вот, вот это уже чего? Да. Слушайте, я, к сожалению, я пытался сделать что-то, но
там есть какая-то хрень под названием увеличительное стекло. Но оно как-то работает, она как-то странно работает. Ну, короче, да, ладно. Окей, ну, значит, задавайте больше вопросов. Тем более, что, знаете, так, вы не увидели, задали вопрос, а кто-то не понял и не задал вопрос. А надо задавать всегда. Окей, значит, массив. Да, возвращаемся к понятию массива. Что такое массив с точки зрения языка ассемблера? Если мы учитываем, что у нас, вообще говоря, нету понятия типа данных, есть только размер. Это все слишком сложно. В действительности любой массив на любом языке программирования, когда он заявлен как эффективный, это кусок памяти непрерывный, состоящий из однотипных элементов, в нашем случае из элементов одинакового размера, которые лежат подряд. По этой причине обращение к итому элементу массива очень дешевая операция. Константное. Мы берем его начало и прибавляем к нему размер данных, умноженный на эту самую i. Все. Более того, у нас для этого в питончике, о, господи, в питончике, приехали, в системе инструкций MIPS есть даже специальный режим адресации вот такой. Помните? Вот если мы будем увеличивать вот здесь вот индекс, регистр, то мы будем каждый раз обращаться к разному элементу нашего массива. Вот. Смотрите. Кстати, вот еще одна инструкция по размещению данных в памяти, которая говорит 40 байтов. Чем они заполнены? Да неважно. 40 байтов. Вот смотрите, вот у нас метка array, которая говорит 40 байтов, и еще потом слово deadbeef, это не слово, это число такое, число deadbeef, это число 16-ричное. Это одно из нескольких, но это самое известное 16-ричное число, по-моему. Вот. Дохлое мясо. Значит, да, так вот, массив, скажем так, кусок памяти на 40 байтов, сколько там на самом деле элементов, зависит от того, какого они размера. Значит, а дальше цикл. Вот мы загружаем наши любимые 10 в Т0. Вот мы загружаем в Т1 массив. Обратите внимание, что здесь написано ли, а здесь написано ла. В действительности это одна и та же инструкция. Точнее, псевдоинструкция, потому что здесь будет раскрыто слишком большой адрес. Разница состоит только в семантике. Здесь мы говорим, ребята, мы кладем в регистр число, а здесь мы говорим, ребята, мы кладем в регистр адрес. На самом деле это такое же число. Это нужно для чтения, а не для этого самого, не для MIPS-а. MIPS-у все равно, ли вы написали, ли ла. Дальше мы говорим, ну чего? Если наш счетчик меньше либо равен нулю, цикл закончен. Это проверка условия. Здесь мы говорим, положить машинное слово из регистра Т0 в регистр Т1. Обратите внимание, редкий случай, когда инструкция устроена таким образом, что у нее destination в конце. Обычно у нас destination в начале. Но тут ситуация такая, что это как бы не destination, мы же не в регистр кладем, а в память. Это такая инструкция выгрузить в память. Вот. Ну, то есть я это так запоминал, почему у нас приемник в конце, потому что это вообще не регистр. Да? То есть содержимое регистра 1 здесь не меняется, Т1. Здесь меняется содержимое памяти. Вот. Мы просто кладем в это элемент нашего массива текущее значение счетчика. Счетчик, напоминаю, с 10 до 0 меняется. Вот. Дальше что мы должны сделать? Дальше мы должны добавить к
вот этому адресу, который лежит внутри, в регистре Т1, размер нашего элемента. Да? Значит, в языках программирования массивы индексируются просто 0, 1, 2, 3, 4. Естественно, поскольку мы, не, мы работаем непосредственно с адресами, и наши, наш массив состоит из 10 машинных слов, как мы тут решили, да? То мы должны размер машинного слова добавить в, к адресу. Там был адрес, соответственно, 1001.4.0, а будет адрес 1001.4.3.0.4. Уменьшаем размер счетчика и прыгаем на начало цикла. И так по кругу. Давайте мы посмотрим, как это работает. Можно сразу вопрос? Да, конечно. А как массив может в регистре храниться? Адрес, только адрес. То есть об этом и речь, смотрите. Какой-то. Какой-то. Нет, не последнего, а просто адрес. Мы не можем узнать, последний он или еще какой-то. Это просто адрес. Смотрите. Ну, давайте сейчас посмотрим, как это выглядит. Может быть, будет понятнее. Просто мы добавляем четверку, и у меня так в голове, как будто вот, не знаете, типа, к итератору добавляем число. Так и есть. То есть там итератор лежит? Нет, конечно, там просто адрес лежит. Давай, давайте посмотрим. Не-не, вы слишком это, много думаете. Да, понятно, и пытаетесь... Да, сейчас все увидим, сейчас все увидим. Так, это у нас массивы, да? Что это было? Надо было сохранить. Так. Смотрите, ну, как работает Li T010 мы знаем, как работает LA T1 Array. Смотрите, LA это такой же Li, он тоже раскладывается в две инструкции, тоже верхняя инструкция Louis, вторая инструкция ORI, точно так же, как любой lot immediate с большим числом. В данном случае в роли большого числа у нас наш адрес array. Этот адрес array – это адрес начала секции данных, то есть 1001.4.0. Ну и действительно… Старший адрес 1001, вот он, 1001. Младший адрес 40, вот он. Все правильно. Значит, к этому моменту, только тут надо сделать обратно вот так, к моменту выполнения этих инструкций в регистре Т1 у нас лежит 0x1001.4.0, адрес нашего массива. Дальше мы начинаем, собственно, нашу операцию. Мы должны записать сейчас по адресу, который лежит в Т1, значение того, что лежит в Т0. А в Т0 у нас лежит 10, то бишь 0. Вот, нет, сначала мы проверили, пардон, сначала мы проверили, не лежит ли в Т0 0, не лежит. Сейчас инструкция storyword, вот это. И мы сейчас положим по адресу, который лежит в регистре Т1, значение того, что лежит в Т0. Вот оно, смотрите. По адресу 1001.4.0 было положено 0. Дальше у нас следует изменение. Мы добавляем 4 к адресу 1001.4.0, получаем 1001.0004. Это будет следующий, адрес следующего элемента нашего массива целочисленного. Мы вычитаем единичку из счетчика. Теперь там лежит 9. И, безусловно, переходим на начало нашего цикла. Снова проверяем, в счетчике лежит ли 9, 9 не лежит, в смысле 0, лежит ли в счетчике 0, 0 там не лежит. Снова записываем содержимое Т0, там лежит 9, по адресу, который лежит в Т1, а там уже лежит 1001.4. Вот оно. И так по кругу, видите? Что? А что происходит в PC? PC это program counter, это всего лишь адрес текущей инструкции. Это такой информационный регистр, который, вообще говоря, нам нужен только, чтобы видеть вот эту желтенькую строчку. Вот, видите? Тут написано
42.0.10. В нем всегда лежит адрес текущей инструкции. Это такой регистр, который называется Program Counter. Вот. Он слегка воображаемый. В том смысле, что мы никогда к нему доступ руками не имеем. Это в случае MIPS. В других архитектурах иногда это можно сделать. Вот. Взять туда что-нибудь положить, получится jump такой. Ну, собственно, вот. В какой-то момент мы должны дойти до нуля. Вот он пока их раскладывает, там эти самые чиселки. Вот он единичку сейчас разложит. Вот сейчас у нас в T0 образуется 0. Шмяк. Сейчас мы проверим, что там 0 на меньше или равно 0. И перейдем, вот, перешли по адресу final. Ну, собственно, здесь оно и останавливается. Все, останов. Видите, мы расписали память числами в обратном порядке. От 10 до 1 включительно. А deadbeef наш не пострадал, потому что он был чуть дальше. Вот. Директива space здесь приведена исключительно из таких учебных соображений. На самом деле, конечно же, правильно здесь было писать word 10, потому что семантика другая, да? Когда мы... А, нет, нельзя было писать word 10. Надо было писать word и дальше 0000000010 раз. А, только space. Ну, окей. Значит, мы выделили 40 байтов, но на самом деле это было 10 машинных слов, но то, что это было 10 машинных слов, мы только вот здесь указали. Массивы. Домашние задания будут в основном на них. А нет, наполовину на них. Такие дела. Вот видите, не успели мы поговорить про вложенные циклы, но я думаю, что это не страшно. Значит, буквально, в принципе, мы уже закончили, да? Буквально пару слов о домашних заданиях. Значит, домашние задания формируются вот так. Здесь ссылка на Ajax. Только мне зарегистрироваться надо сейчас. Я и сам могу. Или не могу. Ну, неважно, короче. Здесь ссылка на Ajax, на соответствующую задачу. Здесь ссылка на страничку с формулировкой задачи. Обязательно на нее заглядывайте, тут иногда лежат подсказки. Внимание, не расслабляться. Ребят, давайте мы поймем, что нам понятны домашние задания, чтобы потом не спрашивать. Вывести сумму цифр, числа. В том числе это число может быть отрицательным. Проверьте это, прежде чем реализовать ваш алгоритм. Ввести натуральное n, ввести n чисел и вывести вот такую формулу. Плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Здесь вам массив, вот тут написано, капитан очевидность подсказывает, что массив вам может и не понадобиться на самом деле для решения этой задачи. Ввести натуральное число, ввести n целых чисел, вывести только четный, причем в обратном порядке. Вот это уже, конечно, упражнение с массивом. А стек мы не используем, потому что мы даже не знаем, что это такое. Вот. И, наконец, ввести n чисел, вывести из них в том же порядке все обратно, но пропуская те, которые повторяются. Смотрите, 8 чисел вводим. 12, 34, минус 20, 23, 12, минус 12, 56, 9. Выводим 12, 34, минус 12, 23, 56, 9. Вот это 12 было пропущено. И кажется, все. А еще и минус 12, да. Опять же, ходим на формулировку. Капитан очевидность подсказывает, что это те самые вложенные циклы. Все. Время у нас вышло. Значит, с одной из групп мы встречаемся на семинаре сейчас.